Оу, стрим пошел. Пошел? Шоу. Привет. Пошел, стрим пошел. Йоу, всем привет. И мы возвращаемся в эфир с игрой приключения. Кого? Алика Бордона. Не был похож на мальчика. Вообще, ты мне сейчас просто говоришь, что это его зовут Алик. Я до этого думал, что это девочка. Не, ты и была девочка, потому что, ну, ты сам понимаешь. А-а-а, принцип. Да, ну, я все-таки думаю, раз тут приключения Алика Бордена, надо поиграть. Смотри. Слушай, а вот смотри. А вот если в игре, смотри, будут такие варианты. Играть за... Там будут мужские персонажи, и будет один-единственный женский персонаж, и это, короче, будет кривая одноногая карлица. Кривая одноногая страшная карлица, и у нее, короче, одна сиська будет больше другой. Ты будешь с ней играть или нет? Нет, такое в играх не бывает. Чего ты веришь, такое не бывает? Я думаю, такое не бывает. Так, что-то у меня это самое окношко не работает. Ну вот, не, ну чисто гипотетически, если бы... Чисто гипотетически, если бы такое было, ты бы стал с ней играть? Наверное, вот просто... нет. Почему? Это же женщина. Так, сейчас у меня... Попал захват. Пролезь, а при чем тут педобер? Пум-пум. Альтрон. Ты еще скажи, как этот племянник от моего друга, он тоже сидел, это ну, в линейку играл, а племянник такой приходит: фу, за девочку играешь, ты че, голубой? Вот, да. А, кстати, я же просил вас в прошлый раз, ну, тут же есть, я помню, что есть. Неужели тут нету смайлика с Петросяном? Вот он, Алик Бордон. А Грей Хаксон тоже к нам присоединился. Говорит, не хватает, говорит, на нас этого. А кого? Эми Дарк? Так, мне надо что-то сделать, я слышу очень плохо тут. Может быть, и не хватает. Вот он, Алик Борден, кстати говоря. Слушай, а где же? Чё за нахер? А, вот он. А, вот, да, пролист, да. Петросянский смотри. Вот в прошлый раз я просил его поставить, почему ты в прошлый раз вот так оперативно не поставил? С кем? С Петросяном? Я уже не помню, что это было. А почему ты кролика не взял? Ну, это кажется, как, негативный этот пауэрап. Че? Потому что... Кони Вани Джипу? А, окей. Окей, ничего, пролист, я просто оставлю это здесь. А вот смотри, он вправо-влево этот просто бегает? Он да, он сам бегает. Надо зарядить вовремя прыжок и отпустить кнопку, тогда он подпрыгнет.
А может, есть какой-то смысл брать пауэрапы, которые тебя замедляют? Кого? Ну, а нет таких пауэрапов, которые тебя, типа, медленнее делают? Ну, как бы... Я вот не знаю, что дает черепашка. Что дает вот этот? А, в обратную сторону. В обраточку? Угу. Причем и надо так неожиданно. Есть повара, по которым мне прыжок тормозят, что он не так высоко прыгает. А вот... Ай-яй-яй! Мне эта игра не нравится. Ну, не совсем, чтобы такая классная игра, но и... Конь в ванной с огурцами. Чё? Я, говорит, сейчас распакую исповедь бурматончика и брошу в конфу. Коня с огурцами нет, не видел. Ссыльки, но он, говорит. Коня с огурцами? Что тут? Это потому что... А, в смысле, потому что иди нахуй. Уровней. I don't know. Я не нашел на геймфаксе, кстати, вообще ничего нету. На геймфаке или на геймфаксе. А че еда дает? М? А хавка че дает? Ну, тоже, блин, не знаю. Непонятно по это самое. А игра не на время? Нет. Что ты там за чечетку выбиваешь? Ай. Просто чечетка, просто. Ёлки-коробки. Чё, не выспался? До 4 часов утра ты играй, до 5. И экс-мутант, ты себе его сразу реролил, сразу попался, короче. А я говорил, я бы дерьмо играл, не могу, надо было сразу реролить. Надо было тебя не слушать, надо было сразу реролить, чтобы мне сразу король попался. Чтоб я задал сумму прошел и отмужусь. Тебе повезло просто-напросто. Когда? Потому что должно было мне повезти. Да тебе с экс-мутантами повезло, прошел. Как говно и не игра. Хреновая эта игра. Это парло. Меня бесит такие игры, в которых, когда бьешь врага один раз, ему хоть бы... Его жизнью хоть бы хрен, а...
Да, блин, а чтобы у него что-то отбавилось, его надо, блин, ударить раз 100-500. Ничего здесь хорошего. Ну вот сейчас будешь R-Type проходить, день это проходить. Не буду. Как у вас R-Type? Я имею в виду Star Soldier. Порнозвезда Кристи Мак была госпитализирована с переломом челюсти и фингалом после того, как ее парень, боец ММА, застукал с другим мужчиной в постели. И, короче, внизу комментарий. Технически они оба просто делали свою работу. Сейчас там все включаю. Давай. Грей, а ты что скинул? Ice Tower. Oops. Ice Tower. Ice. What the fuck? Я отключил пищалку. Скайп. Там Ромарио спрашивает опять про PS3. Про чё? Про PS3. Ты чё, вообще в магазине нашёл PS3? И чё там? Игры когда не рассказывал, какие прошиваются, а какие не прошиваются. За PS3 и парочка игр. Там, блядь, за 15 сорей. А ты Денвис в PSN есть? Ну да, но я почти не играю о чем. Ну, такую бы вещь провернуть так же, как это самое. Так же, как со Steam. Ну я говорю, я почти не играю. Я играю на сумке, а ты покупать не буду. Я просто в PSN, я просто не знаю, какие там кооперативные игры есть, и чтобы это был не шутан, и чтобы это нормально игралось. Потому что в Borderlands я там принципиально играть не буду, потому что решил нам его нафига мне играть там, где неудобно, когда у меня есть ПК, и я на нем могу спокойно поиграть. Payday там тоже есть вроде на третьем, да, на третьем сумке есть Payday. Но это опять же сумма. Я лучше на ПК поиграю. И дешевле, и удобнее. А вот что там еще, я просто не знаю, что там еще такого. Ну, типа, кооперативного что там есть, вот короче. Можно было турбаны. Ну или в драке, разве что какие-нибудь там, в Мортолес. А, хотя не, вру, у меня Кейн Линч. А, Кейн Линч, если можно, мне пока поиграть тоже. Она просто, когда я Сонька покупал, она вроде, не, ну, вместе с Сонькой отдали. Блин, на последнем шагу чуть не слетел.
может не стоит. Вот мне, конечно, да, интересно, сколько здесь вот этих уровней, но я подозреваю, что, блин, ну как бы больше 10 и тут особо быть-то не должно, потому что ну, вот этих вот подъем как-то измеряется в этих, как это называется, вот флор стоит. Этаж. Это этаж, да? Ну вот в этажах он измеряется, да. Почему-то флор я это самое как-то думал, что это другое что-то. Вот. Получается, за каждый уровень по 10 этажей добавляется. Ну, я не думаю, что их тут может быть больше 100. Так что... Грей, ты что-то скажи. Исповедь Барматончика, он говорил. Теперь, да... Может, нет, это не к нему начинается. Играйте на... Что здесь? Здесь старый... Иногда на стримах писал, что с телефона звонит. Тебе слух что читал, да? Тебе там интересно? А? Ну я вообще знаю, что там тему с этим Санидарк. Ты знаешь тему вообще? Нет, что-то я не в курсе. Ну, был такой один товарищ, я не знаю, как его звали, который прикидывался тёлкой, на самом деле парнем казался. Ну, типа, тут Малик у него спрашивает, типа, Барматон, ты тут? Он говорит, теперь да. Говорит, мне тут намекнули в чате Кракена, что есть чудило, известное как Кенни Дарк. За историями про него отсылают к тебе. Барматончик, да, существует такой. Но уже месяц-полтора его не видно было. А что он такого-то творил, чтобы быть эпичным известным персонажем? Он говорит, давай я тебе лучше в личку напишу, чтобы не засорять конфу. Малик ему пишет, типа, лишнего не будет. Игры подначивает, типа, да, типа, рассказывай, интересно же. Ну и Барматончик начинает, типа, он известен тем, что всех пинривами называл. Постоянно орал на всех и так далее. Если кто играл за женского персонажа на стриме, то пидорас и хуесос. При этом он сам парнем же оказывался. То же самое делал... То же самое делал ВКонтакте. Тот, кто ставил женского персонажа на аватарку, тот пидрило. Постоянно на всех выпендривался. Иногда на стримах писал, что с телефона не звонит, смотрит. Что? Что последнее? Постоянно на всех выпендривался, иногда на стримах писал, что с телефона из ванны смотрит. Ну, лежит в ванне и смотрит. Ага. Типа, привлекал всеобщее внимание и заигрывал с ребятами. Ну-ну-ну. Типа, всех пидрилами называл. Кое-что не сходится. Блин, тут долго еще писать. Ай-яй-яй. Тут много еще написано.
Короче, он то ли потом спалился, то ли еще что. Короче, он там, этот, он с Барматунчиком, я помню, Барматунчик рассказывал, типа, этот Эми Дарк, он с ним, короче, в доту играл, типа, прикидывался девочкой, типа, какой, типа, у тебя такие клевые шмотки, типа, а можешь мне что-нибудь, типа, дать, типа, подарить? Он говорит, да, конечно, мне, типа, не жалко. Для девушки, типа, не жалко. Так орёшь-то. Ну, блин, так все неожиданно происходит. Да тут Барматун, я тут читаю, не самое интересное, пропускаю, типа вот, типа недавно он, Эми Дарк, типа новую страницу сделал и типа пытался меня очернить, как будто я такой же, как и он. Типа у меня еще две страницы есть бабские в ВК, причем судя по одной из них я пиматил. Блин, я хотел взять этот башмак. Блять, слился. Да, я про эту прейми, про элементар, блядь. Андрей. Настоящего имя Андрейка. Так. Есть у вас что-то у Андрея за женщину, блядь, любовь? Бери черепаху, бери черепаху. Да ёп! А черепаха только тебя медленно делает, да? Я не знаю, что черепаха делает. Я делает. Два вида черепах, то как-то я не чувствую, что она мне делала медленно. Пролистый интернет.
Че про листы? Ну, про листы я не отпустил. Непорядок. Так я не понял, тут что, сейчас вот этот... Какой уровень по счету? Третий? Или третий, или четвертый? Нет, четвертый, 40 подъемов. 40 этажей подняться, короче. Ты знаешь, что 40? Откуда ты знаешь, что 40? Потому что показывают. Я вижу 9. Ну, этажи 10 вот. А где то, что осталось? Не, когда начинается уровень, это самое, показывает сколько. А, сколько надо сделать? Угу. А прикинь, короче, если 100, короче, уровней в этой игре. Ну вот 100, хотя максимум, я думаю, это самое будет. 100 этажей, думаешь, максимум? Угу. Уровни 10. А я тебе говорю, а если уровень 100 будет? Нет, это не будет еще. 1000 этажей или бонус. В принципе, тут есть это самое... где-то дают еще жизнь одну, и тебя не откидывают на самый первый этаж. Тут, что там пишут это самое? В чате. Пролист пишет, что день ленивый какой-то. Что? Пролист пишет, что день ленивый какой-то. Почему? Не знаю. Ну, если честно, у нас сегодня ленивый, потому что погода такая... Блин, прям вот... Вот мне дали самое перышко, которое меня возрождает, но все равно от самого откидывает на несколько этажей вниз. По ощущениям ленивый. И у нас какой-то козел. Че? Какой козел? Погода козел, говорю. Погода не мужского рода. Или у вас мужского? Среднего. Просто у вас страна загадок. И погода у вас тоже средняя. Страна загадок. Шо ж ты так хуево прыгаешь? Блин, было бы так, чтобы он прыгал на нажатие прыжка. Да на улицу выходить не надо, блин, когда все серое и солнышко не светит, дождь. Уже, блин, себя чувствуешь. Или ты, блин, закрыл там окна, все это закупорился, сидишь в темной комнате целый день. Тогда я тоже не удивлюсь, в принципе, почему все так лениво. Че с кайфом? Рука набьется и будет кайф. Да и так не напряжен, нормально. Просто иногда не успеваешь отреагировать, он или передержишь заряд, он это сам пропадает, или когда с платформы соскакиваешь, тоже заряд пропадает. Или надо приземлишься прямо перед краем. Не успеваешь отпустить. Ну ты вообще чуть бы не упал. Пролезть высказывает свою гипотезу, может просто начинать надоедать. 3 недели в постели валяться.
Че? Ну, он же у бабушки. Ну. Ну, типа, я как понял, он 3 недели уже в постели валялся. А как насчет выйти погулять, пролезть? Ну, походить воздухом, подышать. Вместо того, чтобы валяться на диване. Уже говорит, лениво. Неохота. Потому что это дача. Я не знаю ни одной дачи, на которой нужно валяться на диване. Если только у тебя, конечно, прислуги нету. Да ёп! Мы заметили пролист. Это очень сильно, блин, напоминает аркаду. Потому что конты бесконечные, ты поднимаешься, набираешь очки какие-то. А вдруг игра бесконечная? И она просто генерирует платформочки. Не-не, игра... Каждый раз добавляет 10 уровней. Игра не бесконечная, если честно. Тут есть самое, можно персонажей открывать новых. Пройдешь 100 этажей, получи персонажей. Ну вот я сначала пройду 100 этажей. И посмотрим, что игра скажет. По идее, на все остальное нужен язык. Там есть какой-то магазин. Чего бы он не был. Блять. Внутриигровой магаз. Это пройду. Я в этом почти уверен. Джо застрял. Ай-яй-яй. Ты этот момент пропустил, не? М? В этом, по второму выступлению Вейдинер. Типа про Джей Джо. А, я же тогда играл, или? Да, я как-то, блин... Мне когда? Как-то на ухо не лег, я, блин, пропустил. Это самое... Да, там вперед так и не особо приятно.
типа, когда он рассказывал, типа, про игру «Пердёж», как они, типа, с братом сидели, когда маленькие были, типа, в ванне и купались. А, вот. Да, это было смешно. Джо. Откуда там идут эти пузырьки? А брат такой сидит и с куском говна играет. Я говняная акула. Да-да, это было смешно. Я вскакиваю, блин. Бьюсь головой об мыльницу, рассекаю себе бровь, пытаюсь вылезти из ванны, подскальзываюсь и падаю. В этот момент в ванну врывается мама, чтобы посмотреть, что тут за крики. И вот на полу валяюсь я с рассеченной бровью, с Джей Джо, торчащим из задницы. И в ванне сидит мой брат и с куском говна в руки. Вот это сейчас вообще был вин. Like a boss. Кто? Like a boss. Короче, ты крут. Кто там был? Там был кто-то. Где? Там кто-то вылез, какой-то человечек мне показалось, что ли. Как в этом тема. Кого? Ну вот этот чувак, который из-за экрана вылезал, этот Mortal Kombat 2 появился, да? Ой, блин, спроси меня, что полегче. Что, не могу. В третьем он точно. Вот в третьем точно был. Во втором точно был. В первом не помню. Сука. Что ты так орёшь? Бывает такое, когда он улетает и на ну, как, платформу уже не видно, но она там, это самое, есть. Mm-hmm. Бывает, выпрыгиваешь, а потом, блин, все равно падаешь. Я заметил. И ты такой... Что? Пролезть. Его логистика, чего, не был в момент, когда он это сделал, подрисовать пиксель на шорсы, вышить на очки и нахуй делать здесь. Да ты, блядь, ёб твою мать. Чего не было в первом? О чём речь? А, тут
14 уровень проходит. Ты до 30 этажа теперь дошел? Погоди, вот я сейчас около 30 этажа. У меня там на 28. 29. 30. Ёб твою мать! Что такое? Что такое? Что ты ругаешься?
Когда такое происходит, я так теряюсь. Он вроде должен умереть, а он еще там ходит так. Ой, блин, Даш, да. Чекаешь? Ну, Даш опять. Че, не поменял? Ну... Еще вдруг вспомнил про Даш. Грей написал. Где? На Твиче. Ну, она его поменяла или что? Не знаю. Я еще посмотрю. Я бы не поменял. У меня такое чувство, нам надо Даш поменять, чтобы вообще не менять его. В смысле? Оп. В смысле, один на всех, что ли? Да. Тебе что, да. Как-то так. Да ты... Как вот он тебе ему называется? Блин, ну... Ну, ты она... Ты скайп же кидал, да? Да. Я не вижу. Где ты кидал? У тебя в это в личку. У меня? Да. Был дело. Что там с видосами у тебя? Лень, открыть страницу, передвинуть один файл хотя бы. Именно так. Моя лень не знает границ. Ну возьми ты уже башмак, блин. Я тоже сейчас через не хочу. А моя лень круче, чем не хочу. Моя лень выше этого. Ты такой говоришь, ну давай через не хочу. Подойди ты нахуй. Как-то так кто увидит. Может, черепашки по-разному замедляют? Ну, в смысле, конечно, не очень, допустим, а зеленые очень. Или наоборот. Не знаю. Я не чувствую этого. Я вот чувствую, когда я беру вот этот грибок. Блять! Почти взял, почти. Когда вот он начинает плохо прыгать, вот это здесь как бы. Как, ну как, решающее. Здесь скорость такая немного не решает. Мне кажется, блять, ебать дело. Блин, тащил, нет. Тащил. Сейчас.
Еще. Что такое место какое-то противное, а? Растерялся. Пятьдесят этажей. Пардон, пролист. Как бы вот сама. Тут эмоции сами наворачиваются. Thank you.
как-то все-таки есть надежда на не такую затянутость игры. Может, все-таки это как бы последний уровень. Хотя бы максимальная высота. Думаешь, да? Но это начиная с какого-то этажа, я понимаю, более высокого, с 30-го, наверное, так. Ау. Или всегда. Я как-то на это не обращал внимания. Успехи. Ну, один уровень прошел, теперь подъем в 50 этажей. Теперь какие-то джунгли. Ну вот, если до этого был Рим и Колизей, то вот это я не знаю, что это было за... Египет. Было похоже на Египет. Ну, где 40 этажей? 40 этажей, да. Ну, это на Египет был похож на такой. А, это Египет был или что это было? Ну, похоже, был на Египет. Ну, был Египет и был Колизей, это я точно знаю. То есть пирамиды и Колизей. А вот что вот это за самое застроение вот было, да, я как-то даже не знаю. Так я не понял, Египет был или не был? Был. Ну, до этого вроде, я думал, что до этого вот был Нет, это был, кажется, Колизей. Ну, то, что только что прошел. Да. Да хер с ним, господи, какая разница? Скажешь, какие мы необразованные. Ничего себе, необразованные. Ну, можно, господи, как нехуй делать, можно предположить, что это какие-нибудь, там, не знаю... пирамиды каких-нибудь, не знаю, там... Не, ну ты это сейчас... Ацтеков. Я имею в виду, при выборе уровня, то есть при начале уровня показывали вот это строение. А, ну я не видел просто. И вот я, допустим, не знаю, что это за... Поэтому ты, конечно, тут сейчас не увидишь. Я так, ну я так по предположению. Я понял тебя, оно... Молодец, пролист. Что он сейчас написал? Пролист написал, что понял, что когда ты умираешь, у тебя есть перышко, тебя на 10 этажей вниз перемещает. Да, перышко есть. Это я тоже понял. Перышко даже иногда дают на уровне. А еще пролист написал, что ты сделал больно его ушам. Это я читал. Ацтекская пирамида. Вот это вот. Ну а где уровень-то сам? Это А, нету, потому что я его уже потом покажут, когда я его пройду. Я думаю, что это пирамида каких-нибудь ацтеков, да, там типа того. Это вот Грей предполагает. Но это больше ни на что не похоже. Ни на что другое.
Ну или на какую-нибудь аналогичную цивилизацию. Я тут смотрю, что можно сделать с вики-разметкой. Блин, я тут смотрю. Твою мать, блядь. О. Таблица. Ну, здесь нельзя этим учить как-то. Что-то типа график, жалко. All Life к нам присоединился. Здравствуй. Жалко, жалко. Тут можно только эти... запилить. Можно таблицы запилить, можно картинку сюда чукать, можно там заголовки и так далее. А вот уже графиков, увы, нельзя. Ну ладно. Что там за сиси у тебя? Что там у тебя за сиси по телевизору? Я только что слышал сиси. Не знаю, я не слышу. То есть я слышу, ты не слышишь. У меня музыка в ушах играет, поэтому. Сиси. Я-я. Сиси. Гу-гу. Знаешь, что у тебя телек? Нет? Больше пойти. Нет. Я так смирился со своей судьбой. В чате. Где? В чате? Тут что-то написал в чате? Да, ты твой. Да, Half-Life пишет, что опять играю с бесконечно повторяющимися действиями. Ну, да. Не очень разнообразная, я бы сказал. Она разнообразна, разве что фоном задним. Mm-hmm. И спрайтами этих платформ. Mm-hmm. Вернешь не включить тоже. Не надо. В таких моментах правда была верная смерть, потому что, блин, она больше пугает, чем все остальное.
когда он там выживает и еще ходит. Побеждать этот уровень пройдется, когда я поднимусь на 50 этажей. Отсчет идет справа сверху. На каждом уровне мне добавлялось по 10 этажей. Ты чавкаешь. Прекрати. Какие-то хуйни. Прекрати Честно, все не так уж и плохо, это как расслабительно, так, знаешь. Это не хардкор, лютый. Нервишки щекотит иногда. А вот сколько уровней? Я не знаю. Если бы мы думали, что было бы проще. Да, если бы мы это знали, было бы проще, наверное. А может, нет. Спайдер, что-то пишет. Привет, Спайдер, привет. Пишет. Нет.
Сейчас где он еще пишет Spider Prion. Spider Prion. Да, я всегда говорил, что понятие хорошая игра и ценную или RGG слабо совместимо. Пишет Spider Prion. А про Листом пишут, так это вроде хорошая игра. По его мнению. Ну и по мнению Эмуленда, это тоже хорошая игра, кстати. И по мнению Эмуленда, да хуйня, что хорошая игра. Если уж на то пошло. Если уж будем ссылаться на мнение Эмуленда. Да твою мать. То, что ты вчера пропустил, тебе про лист сегодня уже расписал в группе. Как я понял. Да не так уж много пропустил. Я вот, конечно, охренел, когда выпал, правда, все-таки Король Лев. Я даже прям не мог не удержаться. Набрал. Должно же мне как когда-то в жизни нести. Я поиграл в Мисс Пакман, я играл в Элеватор Экшн. Я играл в сраных Тини Туна. Как же это же мне должно было повезти? Ну, именно Король Львом. Это, конечно. Ну, а Грею Аладдин выпадал чудовище. Пик. А Грею Аладдин выпадал. На Джеймсис. Пока моя любимая игра ни в какой вариации не попалась. Я бы не сказал, что она у меня прям самая-самая любимая. Просто я пробегаю за 20 минут, как не появилась. Ну шустренько тогда. Теперь тебе попался лютый шмап. Да. Это да. Остается только надеяться на бесконечный или хотя бы на несколько контов. Уровней там 8, я тебя обрадую сразу. Ну, мне как-то это на самом деле. Рано или поздно все это проходит. Кстати, к шмабу привыкнуть надо. И прокачка важна. Окей, Толкина. Вот скажи мне, тебе какой цвет нравится? С
цвет чего? Цвет, просто цвет. Серпухозяк, что-то не знаю, какой мне тебе нравится. Какой твой любимый цвет? Ну, зеленый. Какой зеленый? Зеленый или салат? Салат. Представляю, как надо много смотреть. Но, тем не менее, зрителей у нас сегодня как минимум 19 человек всегда. Вы брали еще на какой платформе? На Commodore Amiga. Мандора Мига. Пролезть. А тебе какой цвет нравится? Да, и вот, кстати, да, пролезть еще правильно заметил. Я играл в тролли и еще. Школа такая хорошая игра, то что? Это была охуенная игра. Хорошо. Будет, пусть будет оранжевый. Что-то я хотел спросить, это забыл, что хотел спросить. Грей пишет, отметь его бирюзовым. Один? Еще раз. Я говорю, Грея бирюзовым отметь. Бирюзовым? Как хозяин дворе. Что? Ты знал, что есть такой цвет, называется яйца дрозда? Нет. А вот такой есть, прикинь, да? Яйца дрозда. Яйца дрозда называется. Да, что-то я уже...
вот на первых этажах уже слился. Все так. Так, сейчас будет будь здоров. Барматон у нас на снесе, да? Ну, еще не откатился, если честно. Ну, собирался. Собирался. В данный момент у нас 5. Ну, как данный, хорошо. Вот мне одно интересно. У нас наверное, иностранцы смотрят, так? Так решил. Ну почему зрителей, блин, 18, 19, больше 20, да? А вот никто не отписывается. Ну это обычное дело, да. Я не просто так как-то вот интересно. Ну, так обычное дело, да. А Хелсинг, никто не помнит, где Хелсинг. MSX. Точно MSX? Ну, последнее, то, что я помню, говорили недавно, что на MSX. Точно? Хотя он уже был тоже на самой, на Амстраде и на Commodore даже, кажется, я не помню точно. Получается, он даже от ГБА откатился, вот так что. А слово у нас на... Слово на геймгире. Сейчас его надо растормошить. Проходим дальше. Самый поздний срок 1 сентября. Я вот, кстати, думал это самое. Вот когда линейкой сервером занимался, думал, да, вот лето свободно, там вот самое. Блять, вот это опять то же самое. Время сидеть, играть там еще такое, да? Ну, как школы нету, да сюда, все такое, да? Нихера! Наоборот, лето никто не играет, а вот 1 сентября пишут: бля, чувак, ну спусти сервер, школа началась. Вот после школы прийти, расслабиться, побегать на сервере. Вот я тебе говорю, отвечаю, вот это для меня как-то интересно было. Не знаю, мы в основном залипали только это, но именно что эти летом и так далее. Пятый этаж, кстати. Там надо писем. Все так плохо, как кажется. Ну, однообразно, конечно, блин, надоесть может. Но особо не напрягает так. Ой-ой-ой. Так. Да. Да.
палец стоит. 8. Так, слово. Что у нас там еще-то? Сома. Сома у нас на спектре, да? Кто? Сома. Сома на спектре. Что ты сейчас сказал? Я сказал тит не хай. Что это значит? Что это значит? Это значит... Ну, смотришь, какой порочить вздумал, да? Это-то... Извини, смотри. Блин, нас много, но у нас как бы мало. В смысле? Почему? Столько народу, но как-то нас мало. Кстати, а Макс прошел этот, блять, как его? Место. Ну, он Пакмана играл. Ну. Я не смотрел весь стрим, но он закончил на том, что он побил все-таки этот хайскор и решился на том, что он прошел игру. Я не знаю, Пакман как-то он все равно же сколько-то уровней имеет. Ну, вообще, да. И вот я не следил вот сам, сколько там... Ну, ладно, пока отметим. Были ли там заставки, нет? Ну, тогда отмечу, что они у нас. Ну, тогда у нас пролист лидирует, хочу вам сказать. Ну, вместе взятое это... Пакман на спеке, ну блин, чем кончится? Как же? На троллей же, да, с Пакман на спеке? Че еще раз? А чем кончилось Пакман на спеке? Откатом на троллей? Пакман на спеке, да, закончился, по-моему, откатом на троллей. Потому что я бы попробовал пройти с сейвами. И в итоге я понял, что это вообще это гнилая затея. Решил, ну её в задницу попаднули. Потому что там на последних уровнях это вообще не реал какой-то.
Слушай, так у нас правильность лидирует. Ему осталось раз, два, три, четыре, пять платформы. Смотри-ка. От этого хаоса впереди был, да? Правильно я тебя помню, да? Ну да, Хелсинг тоже был где-то на Коммодоре. А потом начал скатываться в говно, в говно, в говно, в говно. В МСХ скатился. Скажу одно, пролист впереди не потому, что ему попадались такие хорошие игры, потому что он стримил все-таки по 12 часов. Это каждый день. Ну, у меня вообще самая длинная игра, я посмотрел вот по этим, по записям, которые сегодня так вот бегаю, пробежал. Там, короче, у меня самая длинная — это Лол. Вечером Лола, оно там что-то вообще больше 5 часов точно. А тролли, кстати, 3 часа 20 минут. А Лола, он там что-то там стримит, было и час, и 3, самый длинный 3 был. 3, 2, по часу еще было парочка, что-то такое там. Короче, там... Лома это было долго. Ну, понятно. Кстати, смотри. А я все-таки заработал пропуск или не заработал? Платформ прошел подряд. Не, откатывай, если не считать откатывай, ну, без откатывай предыдущую туда. То есть у меня пройдено тролли на SNES. Этот Red Ram Racer на Спектруме, Tiny Toon на Game Boy, Phantom на Game Gear, а вот потом пошла залупа. Uncharted Waters, Reroll, Samurai Showdown. Не, мне кажется, тут уже прерывается сам. Думаешь, прерывается? Я не знаю, прерывается или нет. По факту я перешел на одну и ту же платформу. Ну да. По факту. Это надо обдумать и обговорить. Вот если бы я бы откатился на Game Gear, ну да. Ну да. Если бы я, например, откатился на Game Gear, мне бы не понравилась игра. Хотя, блядь, пусть. Вот тут тоже, кстати, спорно. Если я бы откатился, например, на Game Gear, мне бы не понравилась игра, я бы снова вернулся к Uncharted Waters. Да, это вопрос. Ты остаешься на платформе, а
правило стоит, что ты должен пройти 5 платформ подряд. 5 платформ подряд пройдено. Вот неинтересно. Потому что с пропуском понятно, потому что пропуск это пропуск. Ну цепочка по-любому прерывается, если был бы пропуск платформы. Ну, Андрей. Андрей, это самое. Возврат отменяет все изменения. Получается, ну, технически, значит, все честно, все по чесноку. Ну, да, я, в принципе, тоже так считаю. Бля. Уже хорошо, есть пропуск. Бля, ну как бы... эту таблицу теперь бы, блять, еще и оформить. Потому что, блин, в гугловской таблице так не получится. В гугловской тупо места не хватит. У тебя там что-то там на заднем фоне телек. Это хоть ситком идет. Ситком хорошо. Спроси какой. Что это за самая серия? Что за сериал? Что за сериал? Субургатория или что такое? Я не знаю, как он на русском. Ну, а как это переводится? Субургаторий. Блин, ну я видел это самое, кажется, где-то... к этому сериалу. Скажи, как на русский переводится? Я откуда знаю. А, так, то есть это оригинальное название? Это оригинальное название, да. Я думал, это обед что-то там на вашем. Тиранка, не то ли я сейчас совсем ошибаюсь. Да и не успехался. Thank you.
кстати, интересно. По-моему, тут... Где это... Где-то группа... Блин, а таблица. Закрашивать, интересно, нельзя. Нельзя. Жалко. Кстати, вот мне еще интересно стало. ВД группу, которую ты мне там скинул. А, вот он. Чинимал. Ага. Столбики остались. Погнали. Сейчас будем пробовать еще баловаться. А если мы сделаем вот тут, например... Мне интересно, можно здесь один стол поставить? 42-й этаж! 42-й этаж! Мать твою! Ебать, ты лох. Можете ничего вспомнить. Так. Ну, все равно тут помню. Ну, оставить пустой. Допустим. Иди нахуй. Ты мне? Тут мы просто оставим пустое место. Тут мы сделаем цифру 2. Ну да, смотри, прям получается. Можно оставлять пустые столбцы. Ай-ай-ай. Ой, выискал басу. Значит.
двери. Так, тут штука. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Обязан был упасть на 41 этаже. Там взялась какая-то загвоздка такая. Нам нужно нам 20. Значит, там ебаный стыд. Так, одна есть, значит, 22 осталось. Раз. Два. Уф. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Сейчас занят, да? Я сейчас очень занят. Ну ладно, не буду чуть-чуть придумаю. Thank you.
На каком ты в этот раз упал? На 39-м. Сейчас все будет. Я верю. Провис пишет, запустил антибир на проверку файлов. 3 зараженных файла, 5% сканирования. Давай. Зараженных файлов 3%. Да вот лучше бы ж он ничего не нашел. То есть, да лучше... ладно, это, господи, это такое количество смешное со мной. Там 3-5 файлов. Угу. Господи. Я бы никогда помнится по круге ком сканировал, ну там вообще порядка если бы как минимум 100 штук было заражено 5 файлов. 5 файлов. Господи. В карантин отправить, да и все. Если есть антивирус, то что прям. Я помню, как устанавливал Windows, самый XP, еще первый сервис пак. Mm-hmm. Блять, только подключаешь к интернету, ту-ту-ту-ту-ту, готова винда. Все. Нет, сама. Еле-еле успевал скачать это. Сервис пак второй и установить его. То не с первого раза. Я тогда еще вообще не шарил, да. Ой, я помню те золотые времена, когда я вообще ничего не шарил и пытался на там, блядь, сколько-то там гигов музыки записать на 700 мегабайтный диск. Не понимал, почему не работает. Почему не хочет. Короче, получалось так, что... А, не помню, не хочу вспоминаться. Просто было так, выходил с новой Windows в интернет, и типа через считанные минуты уже положили Windows почти что.
Что там такое? Пилсен. Как там у него Пилсен 74, да? Все ближе и ближе. Ага. Немножко вниз за рамки. Так, будем сокращать. Грея Хаксона сократим до Грея. Зеро Марио 626 сократим до Ромарио. Хелсинга кастрируем, у него 74. Сому Куна Круза кастрируем до Сомы. Вот смотри, это строение. Ну да, это какие-то тоже пирамиды, какие-то паласты. Видишь это? Я просто еще подожди, тебя найти еще. Ага. Это... Вообще, вон та башня напоминает это Вавилонскую башню, похоже, вон та вот, которая на замке. Это что за черт? Интересно, почему этих, как их, смайликов я не вижу в этом... Надо поставить. В чате СК2 ТВ, а вот на в Турате я их вижу. А, на СК2 ты не видишь? Да. Не знаю. Вот на СК2, в Турат чат, они просто СК2, они поддерживают. Сейчас стоишь один, все? А, теперь пещера, кажется. Стейдж один, да. Точно пещера. Как зашибись. Пять уровней. Вау. Ну, ну я радуюсь же. Мам, ну я ж танцую. А сейчас ты чувачком управляешь? Да. Ну хоть как. Ай, так. Блин,
батончик занимает больно много места. Теперь шафт. Барматунчик слишком жирный. Напиши Борм или... Нет, слишком коротко. Настройки под чатом. Да, мне как-то по боку сейчас снимается. О чем-то? На эти смайлы. Может, я главное вижу в этом. Ты все про смайлы. Ай, так, теперь надо бы разобраться тут. Это... Будет сложно. Коммодор Амига. Коммодор Амига у нас только паралист, да, на Коммодоре Амига? Паралист у нас 1, 2, 3, 4, 5. Мистер Паралистер. Пятый. Проверка. Угу. Я потерял. Вот Амиго. О, как я встретил вашу маму. О, музычка задорная. Она мне нравится. Тебе и из элеватора еще немножко нравится. Она классная. Конечно, я ее не слушал на протяжении нескольких часов. А вот послушай. А вот это классное. А вот сейчас ты будешь слушать на протяжении нескольких часов. Через пару часов мы посмотрим. Какой она будет все еще классный. И будет ли она все еще классной? Вздыхать так, типа, блин, да, я тут стою, так как будто нет, надо идти дальше.
Так, мне надо выключать просмотр стрима, потому что платформы снизу едут, они меня напрягают. Ну, Commodore Amiga можно просто сократить для Amiga? Да. Заебись. Тоже сократим. Упс. Кажется, кто-то опять чихнул. Угу. О, гаси. Почему? Да я прям за экран упал и выжил. Каркал, да? Я? Да. Я молчу. Вроде я два первых уровня пролетел за считанные минуты. Какие за минуты там? Да. Наверное, каждый уровень по минуте. Не знаю. А вот этот с классной музыкой я что-то сливаю. Потому что музыка слишком охуенная. Мешаем. Нет, пролист. Его не использовать. Он мне как сразу использовать, если он у меня есть в инвентаре. То есть, ну, поварап вот такой. Как бы немножечко медленнее приземляется. Ой. Что вот эти сверху колючки — это неверная смерть. И вообще колючки — это неверная смерть. Как не понимаю мои музыки. Блин, 25 этаж. Сейчас у меня два поварапа сначала было. Он такой немножко еще плавненько опускался немного. Но они поварапы пропали, он прям подрывает свой зад.
его жалили. Такое чувство, как будто у меня полэкрана не хватает. Опять такая музыка. Ну давай, хорош. Нет, другая музыка. Ну такая хорошая. Турбографик Сега 32. Именно так.
же, блин, куда я? Тем не менее, 30 этажей уже почти. Так, значит. И, значит, у нас получается... Три Грей на ГБА, да? Угу. Ромарио и Хелсинг на МСХ. Угу. Рарис на Лиге. Я на Турбографиксе. Слоу на Геймгире. Ворм и Сома на Спектруме. Зенит на Снессе. Макс на Нессе. Правильно, да? Угу. Сейчас, значится, Мастер Систем, ГБА, значит, это я. Вот и... Вот, окей. Скиды еще. Не влезла, зараза. Не вместилась. Даже если не на Хелсинга кастрировать. Не влезет. Жалко. Если только мы не воспользуемся супертрюком, который мы узнали сегодня. Супер трюк. Ты готов, Девлин? Чему? Должен сказать да, капитан. А я такой. Я не слышу! Ты такой, да, так, точно, капитан! Я такой, кто живет на дне океана, да? Что-то Ватмана мне напомнил в музон. А еще была такая песня. Этот. Наверное, такой не знаешь. Это. Я, короче, говорю. Хоп! А ты знаешь, что нужно сделать? Я говорю. Хоп! А ты такая должен. Ла-л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 а
Я бы даже не знаю, да. Там у нас была такая... Там, типа, этот... Группа какая-то, я не помню, там... Короче, у них какая-то вокалистка, она... Ну, у нее такой... Бас у нее такой, голос басиста очень низкий. И там припев был такой, там...
Я могу включить, если тебе интересно. Нет. Ну тебе же интересно. Я ведь знаю, что интересно. По твоим глазам вижу. Тебе интересно. Ну это вряд ли. По глазам вижу. Пролистывает, помню. Ясен палец, пролист, помню. Да, вот. А ты даже не знаешь. Надо тебя приучать к русской культуре. Как она там была? А как она называлась? А как эта группа вообще называлась? Ты мне бы хотя бы сказал, да, как она называлась. Да я сам не помню, как она, как бы на, у группы название. О, Чили, точно. А ну Чили, 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 я знаю. Чили, песню «Лето» знаешь? Вроде бы да. Ну вот, там же. А, ну да, 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 сейчас вспомнил. На такой дивной ноте, коль мы все вспомнили эту охренную песню, послушаем ее. Какофония. Лето взяло в руки краски, хочешь желтой, хочешь красной, и зеленой по аллеям бродить. По полночным синим серым и далеким самым белым облаков кочевника ловить. Нарай-най, нарай-най-най-най, нарай-най, нарай-най-най-най. Посмотрите и поймете то, что надо понять. По оранжевым бульварам, по уснувшим тротуарам, облаков кочевника искать. Нарай-най, нарай-най-най-най, нарай-най, нарай-най-най-най, нарай-най. Это было точно в сказке, было с нами так не повторить. Ветер вдруг листву носит и стучится в окна осень, и зовет с собой краски смыть. Нарай-най, нарай-най-най-най, нарай-най, нарай-най-най-най, хоп, нарай-най.
Это была рекламная пауза. Теперь можно продолжать. А ты что, до этого не играл, что ли? Нет. Мне нужна полная концентрация. А тебе надо узнать, на какой вкладке я включил музло. А вот оно. А вот эти платформы, это шипастая платформа, что ли? Да. А вот... Это, кстати, такой прикол был где-то, я не знаю, откуда я его... Почему Чили не ездит, я не знаю, блядь, какой-то город с гастролями, потому что у нее там жена и двое детей. Кажется, КВН был или что-то такое. Кстати, все, я запилил как надо. Все чин-чинарем? Вообще... Прям... Но! Клюковка, ягодка. И где это? Это я запилил... Ретро-гейм комьюнити, конечно же. Это там сверху, где меню, да? Нет, ссылочкой. А, ну ее можно повесить прямо на группу, если что, если это отдельно как-то странить, ну или в это просто перенести. Ау, 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 ау. То же самое сделать в этом. Но это уже не ко мне. Это тоже не я делаю. Соответственно. Ух ты! Неожиданно. Если мне дадут власть и могущество. Если мне дадут такими. То пожалуйста, сделаем, запилим. В игру. Я прошел игру. Я прошел игру. Чтоб тебя черти уже подрали, я только все закончил. Ну, как раз. Сейчас будешь играть в R-Type. Ты лучше зайди и посмотри, какую красоту я сделал. Я сейчас зайду, посмотрю. Не совсем, конечно. Ну, не совсем так, как я это себе изначально представлял, но... Это практически, это, наверное, максимум того, что можно выжать из возможностей Вики разумных контактов. Готовы, дети!
Спрашиваю, вы готовы, дети? Я не слышу ответа. Не ответ. Что такое, Прай? Че, нет? Ты че, охренел, что ли? Блин, у этого персонажа просто радости полные штаны. Он просто на нее посмотреть, он... Рад, да. Он просто рад был в срачке, что прошел игру. Ну что, я прошел игру? Прошел. Ну, congratulations. Кто залезает к ментам на машину? Голый мужик. Кто демонстрирует все свои яйца? Голый мужик. Та-та-да! Ну а где мой гитбэк, мадафака? А, точно твой гитбэк, мадафака. Ну, вообще, эта игра не заслуживает... Я не сказал, что эта игра заслуживает мазафаки, конечно. Но так уж и быть. Так уж и быть, сейчас будет мазафаки. Секундочку. Там все еще экран с конгратуляцией? Нет, уже скинул я. Я уже выбираю игру, кстати. Так что забудь. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're a cock sucking ass licking uncle. Это было прикольно. На самом деле, я хотел на самом мазафаку включить. Ну, это было тоже прикольно. Давай. А вот теперь я очкую. Давай. А я очкую. Напряги свой анус. Я очкую. Сожми сфинктер. А? Уридиум. Это какой-то элемент с таблицы Менделеева, что ли? Это же уридиум, это почти уриниум. Что это? Уриум? Почти уриниум, говорю. А что такое уриниум? Ну, ты знаешь, что такое уринотерапия? Ну, это я знаю, да. Ну, догадайся, что такое уриниум. Уриниум. Ну что ж... Иридий, игра в честь химического элемента, пишет про лист. Да, про лист, игра в честь химического элемента. Ну что, нас ждет сейчас скролл-шутер? Наверное, да. Не наверное, а определяйся. Наверное, да, я же говорю. Короче, через несколько минут ждем скролл-шутера Денвиса. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам.